Меня зовут Жанна, я стилист. Я работаю уже определенное количество времени с Александром. Я с ним познакомилась на Brooklyn Fashion Week. И я его взяла как фотограф и видеограф. Он сделал блестящую совершенно работу. Сделал великолепные фотографии и великолепное видео, которые, кстати говоря, все эти фотографии и видео попали в глянец, который называется Models Magazine. Я с ним работаю уже какое-то время. Я с ним помогала делать съемки, держала камеру, честно говоря, на Times Square, когда он снимал билборд. Это очень интересная работа. То, что он делает, совершенно amazing, потому что это очень творческая работа. И каждому клиенту он подходит индивидуально и учитывает все требования клиента и так далее. И он также поставил мне видео на билборд, и я была просто очень удивлена, увидев это. И для меня это был, конечно, очень большой сюрприз, и выглядело совершенно замечательно. А даже мне когда спрашивали, это настоящее? А может быть, это вообще как бы просто сделано на компьютере? Я говорю, нет, это настоящее, это Александр поставил. Он сделал мне большой сюрприз, это было замечательно совершенно. И мы с ним продолжаем работать. Он очень хороший специалист, очень ответственный. И я его могу рекомендовать highly.